Зрачок. Из этого урока вы узнаете, как можно создать изображение, очень похожее на изображение человеческого зрачка. Приступим. Первое. Нужно подготовить фактуру зрачка. Для этого создаем документ шириной 150 пикселей и высотой 300 пикселей с белым фоном. Заходим в меню «Файл – New», Вводим размеры документа и выбираем белый фон для него. Нажимаем ОК, OK, подтверждая выбор. Теперь выбираем темный цвет. Это будет темная составляющая зрачка. И можно выбрать как близкий к реальности цвет, так и что-то неземное. Теперь выделяем прямоугольник во всю высоту и небольшую в ширину. Заливаем его темным цветом. Инструмент Rectangular Marquee Tool или горячая клавиша M. После, чтобы залить выбранным цветом, нажимаем Alt плюс Delete и Ctrl плюс D, чтобы снять выделение. Далее нужно сделать три шага. Инвертировать изображение. Image, Adjustments, Invert. Ctrl плюс I. И применить фильтр. Фильтр, Stylize – Wind, указав следующие параметры. Метод – Wind, Direction – From the Left. Потом нажать три раза Ctrl плюс F, для того чтобы повторить фильтр еще четыре раза. И снова инвертировать изображение. Image, Adjustments, Invert. Ctrl плюс I. В результате мы получили подобие будущей радужной оболочки. Теперь нужно добавить еще один цвет к нашему зрачку. Сделаем новый слой и в нем сделаем выделение, как и в предыдущем разе, но уже чуть правее и более светлым цветом. Применяем к нему фильтр размытия по Гауссу. Фильтр, блюр, Гаушен блюр с радиусом 4-5. После сливаем с предыдущим слоем нажатием Ctrl плюс E. Продолжим формирование радужной оболочки. Повторим три шага. Инвертировать изображение. Image, Adjustments, Invert. Ctrl плюс I. И применить фильтр. Filter, Stylize, Wind. Указав следующие параметры. Метод Wind Direction From the Left. Применяем только один раз. И снова инвертировать изображение. Image Adjustments Invert. Ctrl плюс I. Для придания законченного вида применим размытие в движении. Фильтр Blur Motion Blur с настройками Strange 30 Angle 0. Закончим работу с этим файлом поворотом на 90 градусов против часовой стрелки. Image Rotate Canvas 90 Degrees CCW. Выделяем слой Ctrl плюс A. Копируем в буфер обмена Ctrl плюс C. Переходим ко второй части нашего урока. Создаем новый документ но уже 300 на 300 пикселей с белым фоном. Делаем, как и в первой части, только указываем новые размеры. Вставляем из буфера подготовленное изображение Ctrl плюс V. Оно расположится ровно по центру в новом слое. Теперь в нижнем слое верхнюю половину заливаем черным цветом. Нажимаем на клавишу D, выделяем верхнюю часть и нажимаем Alt плюс Delete. Таким образом, мы залили верхнюю часть фона черным цветом. Снова выбираем слой выше с нашим изображением. Выделяем, удерживая клавишу Shift, небольшую полоску сверху и снизу. К выделению применяем размытие по гаусу, но уже с радиусом 2. Фильтр. Blur, Гаушен Blur. Устанавливаем радиус равным 2. Снимаем выделение и сливаем два слоя в один. Ctrl плюс D. Ctrl плюс E. Завершаем формирование зрачка. Фильтр, Distort, Polar Coordinates, Rectangular to Polar. Вот и получили. Можно нанести финальный лоск. Делаем круглое выделение внутри получившегося зрачка при помощи elliptical марки Tool и отсекаем нижнюю половину при помощи Rectangular марки Tool, удерживая клавишу ALT. Создаем новый слой и в нем предварительно выбрав градиентную заливку от черного к белому, нажав на горячую клавишу G, а также нажмем горячую клавишу D чтобы сбросить цвета к черному и белому, а вид заливки выбрав в свойствах инструмента. Применим к выделению заливку черный снизу, белый сверху. Выберем для верхнего слоя режим наложения Screen в палитре слоев. Вот мы и получили изображение зрачка.